Всем доброго дня, это Гелиоссар и учебник обществознания 7 класс за авторством Котовой, Лесковой, серия «Сферы издательства просвещения». Введение. Дорогие друзья, мы продолжаем изучать обществознание. Это школьный курс, который знакомит вас с различными сторонами жизни современного общества. Он призван помочь вам ориентироваться в обществе, найти свое место в жизни, реализовать свои возможности, стать успешными. В прошлом году вы узнали о взаимодействии людей в обществе, о сферах общественной жизни, о развитии общества, а также об особенностях современного российского общества. В этом году вам предстоит узнать много нового об основных правилах жизни в обществе и углубить знания, полученные в 6 классе. В учебнике 6 глав. Первая глава «Регулирование поведения людей в обществе» посвящена социальным нормам и правилам поведения в обществе. По каким правилам живет общество? Каковы общественные ценности? Как мораль влияет на жизнь человека и общества? Как право регулирует жизнь общества? Что такое правоотношение? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой главе. Изучение второй главы «Права и свободы человека и система их защиты» поможет вам познакомиться с основными правами и свободами человека и гражданина РФ, структурой правоохранительных органов, механизмами защиты прав и свобод человека и понять, как устроена судебная система нашей страны. Мы также поговорим о международной системе защиты прав человека. Из третьей главы «Гражданские правоотношения в Российской Федерации» вы узнаете о дееспособности и правоспособности гражданина, о том, какие права и законные интересы человека защищает гражданское право и как решаются гражданско-правовые споры. В четвертой главе речь идет о семейных правоотношениях. Вы узнаете об условиях заключения и расторжения брака, правах и обязанностях супругов, правах и обязанностей родителей и детей. Пятая глава посвящена правовому регулированию трудовых отношений. В ней мы поговорим об основаниях возникновения трудовых правоотношений, заключении трудового договора, порядке приема на работу и увольнения, о правах и обязанностях работника и работодателя, особенностях трудоустройства несовершеннолетних. Изучение шестой главы позволит вам разобраться в признаках правонарушения, в видах юридической ответственности, узнать об особенностях привлечения несовершеннолетних граждан к юридической ответственности. Мы стремились сделать изучение обществознания интересным и понятным, и надеемся, что полученные знания помогут вам понять основные правила общественной жизни. Желаем вам успехов!